Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog TV и в Кремниевую долину. Рядом со мной Влад Орлов. Он согласился поделиться своей интересной историей. Живет уже 5 лет в Калифорнии, правильно? Да, все это время в Калифорнии. И достаточно много компаний ты сменил, поэтому история у тебя интересная. Да, сменил 5 компаний. Где ты еще работал? Работал еще на одну интересную компанию, но на эту компанию у меня получилась там интересная ситуация. Я на нее частично работал, будучи в консалтинговой компании. Это был маленький стартап в Силиконовой долине. Мы занимались написанием системы для торговли акциями на китайской бирже. У них в Китае есть биржа Шанхай, называется Шанхай Stock and Future Exchange. И мы писали для фонда систему, которая позволяла менеджерам торговать фьючерс. Не знаю, как правильно русский перевести, к сожалению. Ну, мы упустим субтитры. Смотри. Получается, вот сейчас я забегаю вперед, скажу, что ты работаешь в банке, да? Да. Но хотелось бы до того, как перейти и поговорить о твоем пути в банке Capital One, спросить тебя о том, какой из проектов, вот, на которых ты работал на многих, да, тебе был наиболее интересен? Наверное, больше вот Санджери оставила себе, компания Санджери оставила себе наибольшее количество приятных впечатлений, потому что, ну, работа была интересная, и культура внутри компании была достаточно интересная. Там люди поддерживали друг друга, общались часто, мы ходили на какие-то... собирались как-то после работы. То есть было достаточно интересно. Здорово. Ну, тогда давай поговорим о том, как тебе работается в банке. Вообще, достаточно, ну, бытует мнение, что в банках работать, ну, как-то скучно, что часто там очень много бюрократии, даже у программистов. Что ты можешь сказать? Ну, насчет бюрократии, наверное, это правда. И бюрократия связана не только с тем, что это большая компания, как правило. Все, конечно, зависит от банка. Банки тоже разные бывают. Но если мы говорим о больших банках, то бюрократия... Часть бюрократии идет от того факта, что это большая компания, но часть бюрократии все же идет от того факта, что они очень сильно регулируются государством. И, например, какие-то дополнительные уровни безопасности, что они требуют соблюдать от разработчиков, связаны с регуляцией, с тем, что государство их достаточно сильно регулирует в этом вопросе. Но что касается интереса, ну, во-первых... Все зависит от конкретной специализации программиста. То есть, к примеру, если программисту интересно работать data engineer, интереснее, в банке будет интересно, потому что в банке, как правило, очень много данных, которые нужно обрабатывать, которые нужно чистить. Если мы говорим о сервисах, все зависит от проекта. То есть, к примеру, у нас есть проект, где ребята поддерживают сервер-сайт мобильного приложения. Как можно себе представить, у банка много клиентов. Соответственно, нагрузка на такие системы достаточно высокая. Что по себе очень даже интересный, само по себе очень даже интересный опыт, потому что не каждый стартап себе может позволить, не каждый стартап дорастает до того уровня, когда он может сказать, что у нас там, скажем, миллионы клиентов. В банке у нас миллионы клиентов – это обыденная реальность. То есть люди вынуждены иметь дело с планированием нагрузки, с планированием релиза таким образом, чтобы система присутствовала как на East, так и на West Coast. То есть достаточно... Вот это второй этап, когда программист написал код и хочет его запустить в
в работу, он достаточно сложный, трудоемкий и сам по себе нетривиален. Но это что касается программистов. Что касается data scientists, я скажу, что в банке достаточно интересно работать, потому что, опять же, из-за большого и разнообразного количества данных, то есть мы работаем с... У нас есть как данные самого банка, которые генерирует сам банк, но также благодаря тому, что у банка есть деньги, можем позволить привлечь какие-то дополнительные данные, купить данные от третьих, у третьих лиц, которые, как правило, стоят достаточно большие деньги. То есть для data scientist банк с точки зрения обширности и разнообразия данных достаточно интересное место. Ты несколько раз говорила в процессе разговора все время data scientist, но мы не обозначили. Ты работаешь data scientist в этой компании. Да, последние несколько лет. Хорошо, расскажи о том, какие технологии непосредственно ты используешь в своей работе. Начнем с языка программирования. Да. Я буду говорить не только о себе. В нашем банке мы используем... разнообразное количество языков программирования, не только Python. Мы еще используем... Ну, Python, как вот в моей группе Python — это основной конек, основная рабочая лошадь. Но дополнительно к Python я знаю, что ребята пишут, делают моделирование на таких языках, как R до сих пор. И это вполне нормально. Даже некоторые группы используют до сих пор SAS. Но в моей группе мы в основном используем Python и Scala. То есть, как правило, тот код, который связан с моделированием, мы делаем, стараемся делать на Python. То есть все модели, все какие-то аналитику, визуализацию и даже обработку делаем на Python. Но есть какие-то части, которые... больше связаны с инжинирингом, эти части мы пишем на скале. И что, ну, еще технологии, понятно, что те, кто делает data science на Python, наверное, знакомы с такими технологиями, как Panda, такими технологиями, как NumPy, scikit-learn, Spark, безусловно, когда дело доходит до... Когда данные не помещаются в память, нужен Spark. И это, пожалуй, из основных. Хорошо. Я предлагаю тогда перейти к собеседованиям. Во-первых, у меня не было еще героя из банковской сферы. И интересно, как отличаются собеседования в банке для программистов? И вообще отличается... Вот я неправильно сказала, для программистов, для data scientist. Отличается ли собеседование, потому что ты поработал ведь и программистом, да, то есть разработчиком, и data scientist — это немножко уже другое, как бы. Отличается, есть ли отличие? Data science, кстати говоря, data science — это такое интересное направление. По своей сути, это статистика плюс инжиниринг. Поэтому, та статистика, которую вам не объяснили в университете. Которую мне не объяснили в университете, что я должен ее учить. Да, и мне, к сожалению, не пришлось переучиваться. То есть мне курсы какие-то мне пришлось добирать, потому что в статистике я был, ну, не абсолютный ноль, но, скажем так, не блистал своими знаниями в этой области. Но что интересно, собеседование на Data Science, как правило, имеет в себе части собеседования. Программирование никуда не ушло. То есть задачки на программирование все равно приходится решать. И что перед тем, как зайдет речь о собеседовании, я бы хотел сказать, что Capital One немножко отличается от других банков тем, что компания в свое время решила переориентироваться в технологическую компанию, и сейчас они себя называют, они себя считают не только финансовой компанией, но они себя считают финансовая плюс технологической компанией. Соответственно, в свое время, где-то в 2015 году, они начали этот процесс модернизации, и
стали по-другому относиться к своему, своей технологической руке. И сейчас, скажем, когда доходит дело до собеседований, то я думаю, что уровень собеседования и сложность задач будет отличаться не сильно от других компаний там, в технологическом секторе. То есть у нас очень много ребят работает, которые пришли там из маленьких стартапов, из обороны, из, то есть которые имели достаточно большой опыт в программировании. Давай тогда, ты сколько работаешь уже в этой компании? В банке два года. Два года. Почти то есть, два года. Соответственно, ты принимаешь участие в собеседовании. Честно говоря, я лично еще ни разу не собеседовал. Даже так? Да, обычно да. Через полгода во всех компаниях? Нет. В нашем случае проект, в который я пришел, его реструктуризировали, и в тот год, что я отработал в моем проекте, мы уже не так активно нанимали людей. В моем текущем проекте, опять же, мы активно сейчас никого не ищем, поэтому в моем банке, как правило, собеседование проводят те люди, которые будут непосредственно этого человека брать себе в команду. То есть не так, у нас не так, как в Гугле, что есть отдельный комитет, который занимается наемом. Как правило, в нашем случае члены команды будут проводить собеседование, и если команда в данный момент не расширяется, то собеседование, соответственно, никто не проводит. То есть у вас нет текучки, все, что я поняла из этого. Ну, текучки, да, тоже, да, хорошие. Что есть хорошие показатели? В моем текущем проекте где-то меньше года. Ну да, текучки за это время не было. Ну, тоже хорошо. Ну, пока только, да. Опиши свой типичный рабочий день. Вот как он устроен? Окей. Кстати, по поводу собеседования, если кому-то интересно, могу рассказать, как проходит собеседование. Да, конечно, давай. Мы немножко перепрыгнули, да. Но если... В моем банке, в Capital One, как правило, проводится 4-5 собеседований. Первое будет, скорее всего, звонок от... Не считая звонка от HR, первый звонок будет от менеджера, который... будет ответственным за решение о принятии на работу. И в моем случае разговор был достаточно легким и техничным. То есть мы поговорили о том, чем я занимался, чем я интересуюсь, просто чтобы понять, насколько я мои желания подходят им, их нуждам. Затем второе собеседование мне сразу пригласили он-сайт. И в этом случае мне пришлось пройти через несколько членов команды. Уже некоторые вопросы в этом случае были техническими, но задачки мне решать на доске не пришлось. То есть были вопросы больше, там, что бы ты делал конкретно в такой вот ситуации, чтобы ты, вот у нас есть проблема, наши сервисы, например, не наши сервисы, которые мы пишем, несовместимы с моделями, которые делает Data Science Team. Что бы ты посоветовал нам в плане технологий и организации нашей системы, чтобы сделать так, чтобы модели, которые мы пишем, были совместимы с нашими системами. Ну, вот такого плана вопросы, более общие. Опять же, было много вопросов о том, чем я занимался, в деталях просили рассказать, нарисовать какие-то детали моего проекта. В то время я собирался уходить из Санджевери, то есть меня просили рассказать о той системе, о которой я рассказывал, которую мы делали в Санджевери. Следующий этап был... О, я, наверное, перепутал. Перед тем, как меня пригласили онсайт, у меня была задачка программирования. Эта задачка программирования, она была на время. Там, я не помню название системы, то ли HackerRank, то ли что-то вроде того, где они меня попросили выполнить столько задач, сколько я смогу на время. И это было просто как обычная программистская задача, по большому счету, что интересно. Я мог писать на любом языке программирования, который я выбрал. Опять же, перепрыгивая через он-сайт интервью, последнее интервью у меня было, точнее, это было не интервью, это была уже задачка, не на время, мини-проект, в котором меня просили, в котором мне дали данные и набор вопросов, на которые я должен был ответить. Там, к примеру, как бы ты посчитал
среднестатистическое число транзакций конкретного пользователя в месяц. И там нужно было... Тут это был вопрос подковыркой, потому что там не у каждого пользователя в каждый месяц есть равное количество транзакций. Там нужно было немножко подумать о том, как правильно посчитать это среднестатистическое значение. И было несколько серий таких вопросов, то есть подковыркой, достаточно интересные. Может быть, ты вспомнишь какой-то, мы поместим, например, в описание к этому видео или прикрепленный комментарий, ты какой-нибудь приведешь пример, чтобы ребята, кто хочет потренироваться, могли это сделать? Да, я могу попробовать. То есть, точнее, к сожалению, то, что я сейчас расскажу, он не будет иметь большого смысла, потому что вопрос был прикреплен к данным. То есть без данных вопрос не имеет смысла. Но я расскажу, может быть, кому-то это будет полезно, тем не менее расскажу. Данные, с которыми мне дали работать, это были просто транзакции пользователей, собранные различных пользователей, собранные воедино. И один из интересных вопросов, который мне дали, нужно было классифицировать транзакции, связанные с донатс, с пончиками. Mm-hmm. Нужно было определить, какие из этих транзакций относятся к пончикам, какие нет. Это обычная классическая задача для machine learning, для тех, кто занимается machine learning. Задача достаточно простая, но тут как бы основная проблема в том, что каждой транзакции строка, которая прикреплена к каждой транзакции, которая теоретически должна описывать бизнес, осуществивший эту транзакцию, она очень варьирует от расположения бизнеса, от различных, от названия магазина, естественно, или компании. И мне нужно было проанализировать, какие есть компании среди тех данных, что мне дали, и понять, как я буду эти компании определять алгоритмически. Ну, то есть такого рода задачка была. Она достаточно простая, но, скажем, когда у тебя есть неделя на плюс дополнительный список других вопросов, которые должен решить, тут уже возникает вопрос, хочу ли я потратить на это время, сколько я могу на это потратить время, и как мне это сделать эффективнее, но в то же время не тратя большое количество времени. Я так понимаю, что на это они смотрели. Но что еще интересно, они смотрели не только на то, какой код я пишу и на функциональность моего кода. Они еще проверяли... Это, кстати, очень хороший совет, когда вы пишете для кого-то задачи такого рода. То есть когда вам дают... они называют неограниченным количеством времени, но, как правило, время ограничено, как правило, это неделя. Очень важно обращать внимание на комментарии. Не забывайте комментировать ваш код, не забывайте делать ваш код легко, удобно читаемым. Что еще меня просили? Они меня просили мой код, который я пишу. Я использую английское слово, да, не конечно. Знаю, по-русски. Коммитить mm-hmm. весь код, что я пишу локально. Это нужно было для того, чтобы они посмотрели, как я работаю, какими кусками я этот код комичу. Я так понимаю, это они делали для того, чтобы понять, как я мыслю. Интересный процесс. Ну, давай тогда поговорим больше о тебе и начнем с твоего типичного рабочего дня. Вот ты просыпаешься, сколько у тебя уходит на дорогу времени? Ой, не будем говорить об этом. Это трагедия моей жизни. Три часа уходит на дорогу, потому что я... Ну, в день, я надеюсь, не в одну сторону. Не в одну сторону, в день, да. В день. Но в Калифорнии не все так плохо. Те, кто работает поближе, у них уходит гораздо меньше времени. Ну, ты живешь в Сан-Хосе, работаешь в Сан-Франциско. Да. Это скорее... это не совсем правильное... Выбор. Выбор, да. Или... способ распорядиться своим временем, mm-hmm. помогает то, что я путешествую, то, что я добираюсь до работы поездом. Ну, а ты, например, я знаю, что вот в каком-нибудь, например, Гугле у них есть автобусы, которые доставляют. Нет, и ты, ну, да, но ты можешь, например, начать как-то работать уже, находясь в поезде? Делаешь да, это? Я могу. Единственное, что с интернетом все же, несмотря на то, что это Америка, несмотря на то, что... или уже какой у нас 4G?
Какой-то G у нас тут уже. Да, 4G, 4G но помимо этого, не то, что Америка. Везде это, работает. Это Кремниевая долина, и это для меня боль и печаль, что здесь так плохо работает связь и интернет. Особенно в поезде, а некоторые станции просто какая-то глухая зона. Ну, хорошо, вот, например, ты пришел на работу, и вот до конца рабочего дня. Какие у тебя там задачи, чем ты занимаешься? Очень часто мне приходится работать несколькими задачами, и тут важно, понятное дело, правильно спланировать свое время. Mm-hmm. То есть у меня первая половина дня уходит, наверное, больше на то, чтобы понять, очень часто, не каждый день, чтобы понять, какие задачи более приоритетны, какие нет. И уже, соответственно, когда приоритеты расставлены, там начинаешь как-то их постепенно выполнять. Но тут важно не забывать, конечно, о том, чтобы как-то посвятить время саморазвитию. И, как правило, первая половина дня у меня уходит, не первая половина дня, а первый час, может, два уходит на саморазвитие. То есть я читаю статьи, там, которые мне нужны будут в дальнейшем. Там даже какие-то иногда, в поезде я читаю книги, к счастью, что у меня есть возможность читать книги в поезде. Так бы, наверное, еще тратил какое-то время на литературу. Да. Кстати, о литературе, о изучении чего-то нового. Вот ты уже, я даже насчитала, наверное, 4, а то и больше, и 5 языков программирования, на которых ты работал, да? Давай их перечислим. Окей, начал я с Java, точнее... До этого ты говорил, что... C++, да. Но C++, по большому счету, те проекты, что я писал в университете, они были не того уровня, скажем так. Ну, хорошо, давай. Java, затем пришлось попрограммировать на C++, затем пришлось попрограммировать на Scala последние... 2010 года я программировал, постепенно начал переключаться на Scala. И в Data Science приходится больше использовать Python. Угу. Ну, здорово. В любом случае, ты менял языки программирования, и у меня возникает два вопроса. Первое. Какие ресурсы ты используешь для того, чтобы изучать новый язык программирования, новые технологии? Вот расскажи о своих любимых и самых эффективных способах и ресурсах. Я не знаю, как насчет Coursera или там других курсов, но в программировании для меня лично работала книжка и практика. И больше даже практика. То есть последнее время, когда я начинаю... То есть раньше, первое время, особенно вот я же говорю, у меня, собственно, интерес к программированию возобновился после того, как я прочел книжку, и с тех пор... Книжка какое-то время служила мне очень достаточно, книги служили мне достаточно долго и надежно, когда я хотел изучить новый язык программирования. Java я таким образом изучил, Scala таким образом изучил. Назови парочку книг, вот, которые вот прям мастрит. Я не помню, там, что касается Scala, я очень рекомендую книгу Мартина Дерски, у него, по-моему, одна книга, если не я могу ошибаться. Конечно же, я ошибаюсь, потому что он профессор в... Не помню, в каком, но в швейцарском вузе. Но у него есть, по Scala у него, возможно, одна книга. А давай я предлагаю сделать так, чтобы ты сейчас, ну, все-таки действительно сложно. Я думаю, что прочитал ты не одну книгу, не две, не три. И сейчас сложно вспомнить. Но у меня, кстати, есть телеграм-канал. Я недавно его завела, буквально на днях. И ты мне пришлешь какие-то книги, которые ты считаешь must-read. Okay. Да, и я запущу их там, и, может быть, еще в комментариях здесь. И мы как раз таки... Ну, я помню, вот очень рекомендую книгу Мартина Дерски по Scala. По Java... Я пробовал несколько книг, но вот чтобы одна единственная отложилась хорошо, такого, пожалуй, нет. Но остальные языки программирования, C, Pascal, о нем не будем говорить, наверное, не сильно интересно. C++, я помню, я прочел книжку... Опять же, я, наверное, пришлю ссылку, да, но я прочел книжку автора этого языка. И она была достаточно для изучения. Но что вот интересно, в последнее время я заметил тенденцию. Последние языки программирования я не учу, не начиная с книжки. Я просто начинаю о них писать.
делать какие-то простые вещи. Понятное дело, что когда начинаешь писать на новом языке программирования, возникает много вопросов, как сделать то, как сделать это. И я просто первое время провожу больше времени, задавая эти вопросы Гуглу и ища ответы, находя эти ответы на Stack Overflow, на каких-то других ресурсах, где люди делятся кусками кода, и просто используя, анализируя эти куски кода, я учусь программировать. То есть вот сейчас на практике. Да, практика. То есть я рекомендую, чем больше количество потраченного времени прямо пропорционально легкость, степень освоения языку программирования. Да. То есть тут только практика. Ну вот я сказала, что у меня есть два вопроса. Да? Второй вопрос относительно языков программирования и вообще технологий. Что бы ты мог посоветовать сейчас учить тем, кто хочет переехать сюда? Все меняется. То есть то, что я сейчас посоветую, наверное, поменяется через год. Но все зависит от конкретного направления, которое вы выбрали. Если вы... Я не буду говорить о тех направлениях, которыми я не работал, но, к примеру, если вы собираетесь быть data engineer, то я рекомендую посмотреть на таких технологий, как Spark, обязательно выучить Scala, обязательно выучить Pascal, обязательно выучить Python. И, возможно, посмотреть в сторону Hadoop, если остается время. Что еще? SQL, SQL, как говорят, как я говорил раньше. В Украине принято говорить SQL. Здесь люди говорят SQL. Обязательно SQL, потому что от него никуда не уйдешь. База данных тоже имеет смысл, конечно же, на организацию баз данных. Там, но отдельные компании работают с отдельными базами данных, поэтому, наверное, учить все или там разбираться во всех не имеет смысла. Но желательно там понимать, чем NoSQL отличается от SQL баз данных, понимать CAP-теорему, что это такое, то, что очень часто спрашивают, нормализацию, что интересно. Хоть это достаточно теоретически, на практике ты как бы знаешь, как твои таблицами распорядиться, но люди спрашивают на собеседованиях очень часто про нормализацию, нужно знать, что это такое. Это data engineering. Что касается data science, я бы порекомендовал посмотреть обязательно в сторону. Тут все сложно. Тут важно знание статистики. Если знание статистики есть, что со стороны инжиниринга рекомендую выучить Python обязательно. Рекомендую знать R, потому что очень часто люди, особенно те, кто пришли со стороны статистики, statisticians, они... Их натренировали, их учили писать код на R. В университетах здесь учат писать на R, SAS и Python. Python менее принято. Поэтому все люди со статистическим бэкграундом, они, извините, со статистическим образованием, они хорошо знают R. И чтобы с этими людьми говорить на одном языке, R бывает полезен. Затем Spark никуда не ушел, потому что нужно делать моделирование scikit-learn для моделирования. Затем, что еще? Если вы хотите интересный deep learning, сейчас достаточно модная тема. Хотя, что интересно, deep learning я ни разу не использовал вот, в коммерческих проектах. TensorFlow, наверное, посмотреть на какие-то фреймворки более оптимизированные, которые работают быстрее, как Caffe от NVIDIA. Я думаю, что это в любом случае пригодится, такие советы. Назови три компании, в которые ты бы вот в первую очередь, если бы менял работу, отправил свое резюме. Мне нравится работать в маленьких компаниях, поэтому я бы искал маленькую компанию. Мне, ну, на примете каких-то конкретных... Ну, давай на какую-то область вот интересов, например. Область? Мне, как Data Scientist, было бы интересные компании, в которых есть
интересный, который работает с интересными данными. Если, если в компании, скажем, есть финансовые, либо маркетинговые, либо какие-либо другого рода данные, мне было бы интересно. Но было бы, наверное, интересно поработать в компаниях, которые имеют какую-то большую цель перед, перед собой, ставить большие задачи, как компания Илона Муска, его SpaceX или... SpaceX звучит интересно. Да. Затем... Ну, по-моему, в SpaceX нужно быть гражданином Америки, чтобы да? там работать. Ну, я всерьез не рассматривал этот вариант. Мне кажется, туда сложно попасть, но кто его знает. Затем там компании, которые занимаются... решают серьезные проблемы. Вот таких было бы интересно. Вот как там компании, которые занимаются self-driving car, серьезная проблема. Интересно, да. Там робототехника, как Boston Dynamics, было бы интересно. Ну, ты бы пошел работать Tesla? Tesla, смотря в какой проект, конечно. Ну вот. Если бы это был self-driving car, опять же, я, насколько я знаю, у них они с, я не знаю, пишут ли они свой софтвер для этого или нет. Если честно, я не уверен. То есть, если да, то, конечно, им было бы интересно. Но они вполне могут пользоваться услугами других компаний. Насколько я знаю, они пользуются чипами от hardware предоставляют, они берут у NVIDIA, насколько я знаю. Интересно. Но я могу ошибаться. Ну, у меня есть вопрос финансового характера. Он всегда всех интересует. Ты женат, у тебя двое детей, просто для справки. И вот расскажи, сколько в процентах у тебя остается и остается ли вообще от зарплаты ежемесячно после всех трат вот на, не знаю, там, квартиру, питание и прочее. Ну, приблизительно вскидку, чтобы просто было понятно, стоит ли вот овчинка выделки переезжать сюда. Я не знаю, насколько эта цифра будет полезна, но скажу я 20% или там 30%. Нужно знать, от чего эти 20% или 30%. То есть я Ну, ты знаю, один работаешь, правильно? Да, я один работаю. То есть я лучше, наверное, сказать будет, что содержание семьи одному человеку и от, накопление, и при этом иметь возможность накапливать, там, не жить в... Как это по-русски правильно сказать? Не жить... От зарплаты до зарплаты? Впритык, да. Угу. Не жить впритык можно вполне. Угу. То есть это не проблема. И, но все зависит от, например, в Америке дорогое жилье, да. Особенно в долине. Съем жилья, если вы снимаете, или там покупка жилья, если вы хотите купить. Кредит оно или рент, неважно, будет уходить много. И образование детей. Все остальное, в принципе, до копейки по сравнению с этими двумя статьями. Да, это действительно. То есть вот если вы умудрились найти дешевый вариант с жильем, и у вас нет детей, то можно жить там, не знаю, достаточно минимальной какой-то суммы. Ну, дешевый — это все равно понятие относительное. Я думаю, что да. Все-таки. Спасибо за такой... ответ и за все остальные ответы. Ну и я попрошу тебя дать пару напутственных слов ребятам, которые нас смотрят. И хочу сказать, что в общем-то у вас будет возможность написать прям в LinkedIn и узнать у Влада, ну, какие-то задать ему вопросы, которые вас интересуют. Не злоупотребляйте этим, но... Да, не стесняйтесь, если есть какие-то вопросы, буду рад ответить, помочь. В том плане, что информацию какую-то дать, если смогу. Ну, дай парочку напутственных советов. Наверное, даже больше каких-то вот житейских. Вот ты приехал сюда, насколько тебе было сложно адаптироваться? Какие у тебя впечатления от того, что... Вот от того, как ты думал о Кремниевой долине и какая она оказалась на самом деле? Ну, начнем с климата. В Калифорнии очень тепло. Да, я приехал в феврале, и почувствовал сразу контраст. Было здорово. Первый месяц я радовался, ходил с улыбкой на лице, просто потому что я наслаждался природой. И из другого впечатления все гораздо более урегулировано. То есть... В Америке нужно достаточно быть, особенно на первых порах, для тех, кто только приехал, нужно быть
достаточно осторожным, потому что встрять в проблему в Америке можно достаточно легко. Ну, я приведу пример просто с воспитания с детьми, воспитания детей. Со мной этого не случалось, у нас другие методы воспитания, мы стараемся ребенку объяснить все его проступки. Но я знаю, что в Украине, в России как бы есть традиция воспитывать ремнем. Да? Ну, я не знаю, сколько это, конечно, поменялось, но была такая стереотип или традиция. В Америке за это можно попасть в тюрьму. То есть нужно быть очень аккуратным, то есть вот эта вот несовместимость каких-то в культурном соотношении или там несовместимость в каких-то принципах жизни, которые приняты у нас, которые общедоступны в Украине или в России, здесь люди совершенно по-другому на это смотрят и достаточно легко сделать ошибку, то есть нужно очень быть аккуратным. Особенно это касается тех, кто приехал сюда по рабочим визам или по другим визам, что очень важно не нарушить никаких правил, жить соблюдая закон вплоть до последней буквы, потому что когда дело дойдет до получения грин-карты, они будут смотреть на твою историю, достаточно полную. И если есть где-то какая-то проблема, какие-то проблемы, там, включая штрафы, там, вождение в нетрезвом виде за рулем, это все может вылезти боком, и вам, вплоть до того, что вам могут просто не дать грин-карт. И попросить, и, соответственно, это приведет к тому, что вам придется вернуться, если вы... Это, конечно, только в том случае, если вы собираетесь остаться в этой стране. Вот. Ну, а так, в принципе, здесь жить достаточно легко, комфортно. Если ты работаешь в IT. Не обязательно. Я думаю, здесь возможностей много. Сейчас особенно экономика, она, насколько я чувствую, идет, развивается, растет достаточно быстро, хорошо. То есть есть трудоустроенность достаточно высокая. Так что найти, я думаю, работу будет не проблема. Даже для тех, кто приехал сюда с другим образованием. Спасибо тебе за интервью, за полезные советы. На этом у нас все. Не забывайте подписаться на канал, поставить этому видео лайк. Нам будет приятно вместе с Владом. Ну и пишите Владу. Я думаю, что он вам поможет, но не злоупотребляйте. На этом все. Всем пока.